Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, и в этом видео мы будем с вами разговаривать касательно вон той штуки, которая находится сзади нас. Я так и не понял, что это и как правильно это называется. Стена, дверь, в общем, будем называть фиолетовая стена, которая у нас будет находиться, друзья, в разломе. Да, именно в разломе. Когда вы будете проходить сюжетную линию в этой новой локации, вы будете такие штуки встречать. Так вот, как их открыть? И сколько их вообще, и где они находятся. А обо всем подробнее далее. С вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, а с меня контент. Поехали. И, друзья, чтобы нам развеять эту стену, открыть эту дверь, нужен адювант, и, как я понял, минимум 6 уровня. То есть, если выше, хорошо, если ниже, то, увы, ничего не получится. Адювант — это, если что, механизм, который дается нам по сюжету в разломе. И да, друзья, если вы не знаете, как попасть в разлом, то вот вам подсказочка на видео, потому что то, что вы видите сейчас, это лишь наружная часть, а внутри, в глубине, большая новая территория, как Инкономия в Инадзуме. И первая фиолетовая стена, которую вы повстречаете, скорее всего, будет находиться вот в этом месте. Вы разбираете завал, который не дает вам пройти дальше, исследовать остальную часть, проходите, и по правую сторону у вас будет такая стена. Я ее уже снял. И как ее снять? Нужно просто подойти вплотную к этой стене и прожать механизм. Далее отправляемся к этой точке телепортации. И идем вот таким вот образом. Сейчас покажу, могут быть некоторые сложности. Спрыгиваем. И планируем тот лаз. На этой развилке мы идем дальше вперед. Ну и, собственно, уже придем к этой стене. Вон дерево, на которое будет смотреть Паймон, что-то нам говорить, когда вы здесь первый раз окажетесь. И как раз-таки это фиолетовая стена. Подходим, используем инструмент и открываем проход. И тут у нас, друзья, камушек. И да, дальше еще одна такая же. Вот так вот. Телепортируемся на эту точку телепортации. И тут у нас еще одна. Если вы не знаете, как сюда пройти, от каменных чертогов поворачиваем налево и проходим вот таким вот образом. Вам сюда нужно будет пройти, когда вы будете активировать колокола. Подсказочки на все различные видео, которые могут вам помочь, я оставлю в описании под видео. И вот, собственно, рядом с точкой телепортации эта дверка. Отправляемся дальше. От этой же точки телепортации нам нужно попасть туда. Нам нужно перелететь этот каньон, или как он правильно называется, я не знаю. То есть отсюда попасть сюда. Делается просто. Прыгаем, планер и погнали. Вон, видите фиолетовое свечение? Нам в ту сторону. Долетите без проблем. Выносливости хватит, всего хватит. Ну и подходим и используем механизм. Великолепно. А теперь, друзья, нам нужна вот эта вот точка телепортации. И нам нужно пролезть в эту часть. Это будет выглядеть примерно вот таким вот образом, как я сейчас провел. Но на всякий случай, наверное, я вам покажу некоторые моменты, где вы можете заблудиться. Потому что тут, блин, слишком много различных проходов. Нахожусь я сейчас вот в этом месте. Вот вам для ориентира маленькая база. И двигаемся, друзья, в эту сторону. Поднимаясь наверх. Вон в тот проход. В данный момент мы проделали, получается, вот такой вот путь. И в этом месте, находясь, мы уже видим тот барьер, дверь или же просто фиолетовую стену. Используем наш механизм. И все это дело разрушается. И да, стоя здесь, мы видим уже следующую такую же. За следующей, кстати, есть такое нормальное место, где много руды, даже есть корляпис и сундук. Вроде называется корляпис, не помню. И следующая такая дверка барьера, или же просто фиолетовая стена, находится у нас рядом с этой точкой телепортации. Вы сюда попадете по сюжету, не волнуйтесь.
Тут, кстати, находится еще один колокол, в который нужно будет звонить тоже по сюжету. Вас сюда, можно сказать, чуть ли не за ручку отведут, если вы, конечно, не заблудитесь. Если какие проблемы у вас есть касательно этой игры, какие вопросы, пишите в комментарии, я отвечу или вообще сниму видео. В общем, от точки телепортации идем сюда и просто планируем. И вон там будет виднеться дверка. Кстати, еще один камушек тут будет находиться. Ну, светоносный кристалл, который нам нужен. Ну и руда. А в уголку здесь стоит сундучанский драгоценный. Не пропустите его, я ушел, чуть его не пропустил. И по идее, друзья, их всего 7. То есть, давайте смотреть. Первая находилась здесь. Вторая находится здесь. Третья, четвертая, пятая, шестая. И здесь седьмая. Я больше не нашел. А искал я так довольно-таки порядочно. Если у вас есть еще какие-то местечки, где вы нашли это дело, пожалуйста, отпишите в комментарии. Будет приятно. Спасибо. А у меня на этом все, друзья. Всем спасибо за ваши лайкосики, просмотры, подписочки и все это прекрасное. В описании под видео будет ссылочка на плейлист со всеми видео касательно Genshin Impact, которые я для вас отснял, друзья. Там уже выше 120 видео, на секундочку, я сам в шоке. И со временем, конечно же, видео будет больше, потому что контента в этой игре просто неимоверное количество. И разработчики вводят, конечно же, еще. Плюс, будут ссылочки на плейлисты по другим играм по различным жанрам, и ссылочки на социальные сети, такие как Трова, где проходят стримы, группа ВК, Дискорд-сервер, Телеграм-канал и Яндекс.Дзен. Буду счастлив, если вы подпишетесь. Спасибо. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока. Увидимся с вами завтра или сегодня на стриме. До встречи.